Такого на прилавках еще не было. Этот красивый баллон точно украсит любую кухню. Разработали инновационный продукт алтайские специалисты после обучения в бизнес-школе Сколково. В течение 3 месяцев мы все-таки утвердили тот вид, который вы видите сегодня. И я хочу сказать, что даже на европейском рынке, буквально неделю назад я была в Европе, подобных спреев на сегодняшний день нет. Поэтому мы имеем гордость сегодня сказать, что мы номер один не только в стране, но мы выходим и на мировой рынок, на рынок мировых компаний со своим продуктом. Упаковка не только эстетика. Компоненты привозили из Германии, Чехии и других стран Европы. И не зря. Чтобы собрать один баллон, нужно 3 минуты, в несколько раз больше, чем заполнить обычную бутылку маслом. Работа кропотливая, но того стоит. Специальный вакуумный пакет из 4 слоев позволяет сохранять продукт свежим до последней капли. Когда открываем бутылку PET, привычно для нас, находящуюся на полке, уже на 2 сутки начинается процесс окисления. Масло вновь и вновь претерпевает контакт с воздухом, в связи с этим оно окисляется. Данный продукт в течение всего срока годности способен сохраниться в свежем виде, несмотря на то, когда мы его открыли. Хранить в холодильнике такое масло не нужно. Баллон выдерживает температуру до плюс 50. Его можно взять с собой на пикник, и продукт всегда будет оставаться свежим. Мастера кулинарного искусства уже оценили и отметили, что давно ждали такую новинку. Нет излишков масла, красиво и, самое главное, полезно. Уникально. На самом деле его приятно держать и приятно пользоваться. Одним нажатием практически весь салат у нас заправлен. Скоро компания планирует расширить линейку и выпустить в баллонах оливковое и льняное масло. А пока популярность набирает подсолнечное. На выставке в Москве новым алтайским продуктом заинтересовались коллеги из Казахстана. Первая же партия разошлась, как горячие пирожки. Евгения Доровская, Андрей Печоркин. Наши новости.